В этой любовной истории совсем нет романтики, зато много драмы, тайны и несуразностей. Столетняя монахиня Невзорова так говорила о знакомстве Пугачева. Сидит это он, Петр Федорович, под окном и смотрит на улицу. А Устинья на ту пору бежит через улицу, в одной фуфаечке да в кисейной рубашечке. Рукава засучены по локоть, а руки в красной краске. Она занималась рукоделием, шерсть красила да кушаки ткала.